Я хотел бы еще раз напомнить, что мы находимся в таком довольно обширном электоральном цикле. Парламентские, а потом президентские выборы. И вы же прекрасно понимаете, что более организованной, сплоченной организации, чем наши профсоюзы, в Беларуси ничего нет. Я не стану скрывать, что я хотел бы, чтобы вы особенно на стадии парламентских выборов были более вовлечены в этот процесс, чтобы вы помогли нам и на местах, особенно в комиссиях. Понятно, что в участковых комиссиях всегда основу составляли учителя, врачи, но все они же в профсоюзах. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы в этом плане вы оказали поддержку на местах местным властям при формировании комиссии и организации всего предвыборного процесса. Более того, я, конечно же, жду представителей профсоюзов кандидатами в парламент. И в Совет Республики, и в Палату представителей. Это опытные люди, это люди из трудовых коллективов. И таких людей надо поднимать и выдвигать. Людей, хороших специалистов, которые могли бы работать в парламенте. Вы работали в парламенте, знаете, что это нелегкий труд, поэтому нам очень важно, чтобы там были толковые люди. Поэтому от предвыборной кампании далеко не уходите. Вместе с общественными организациями, органами власти, где-то партии будут подключаться к этому процессу, независимо от того, оппозиционные они или же, как у нас принято говорить, провластные. Мы должны красиво, достойно и честно организовать этот процесс.